Прошлое как сон. Подозреваемый вооружен и опасен. Калейдоскоп картинок и чувств рассказывает, как мы к этому пришли. Пусть детали иногда и оказываются смазанными. Мне вчера приснилась та прогулка с мамой по лесу. Я так скучаю по ней, по нашей семье. Нам предложили принимать новое лекарство. Компания, производящая лекарство, отозвала его с рынка. Платите конкурентам, чтобы они тоже сняли препараты. Это аморально. Следующий звонок из Питтсбурга. Если моя жена умрет, это будет ваш смертный приговор. Хочу добиться правосудия для вашей жены. Кто это? Местная семья страдает из-за жадности корпораций. Мы можем скрыть эту язву. Пап! От нас не скроешься. Мы любого достанем. На нас начнут охоту, так ведь? Мы уходим. Пап, что ты планируешь делать? Ты не представляешь, во что влезаешь. Мне нужно разобраться в этом. Я знаю, ты борешься за нас. Но это и мой бой тоже. Ты знал, что охота на влиятельных людей — опасное занятие. Пока мы вместе, мы еще семья.